Доброе утро, друзья. Я, как видите, уже просто на низком старте, чтобы выбегать из дома, потому что у нас сегодня запланирован винтажный шопинг с моей подругой Мариной. Она прямо составила, знаете, целый маршрут тех секонд-хендов и винтажных магазинов, в которых я не была, так что мне будет очень интересно посмотреть, поснимать. Вообще разберемся, что там можно будет найти. И, как видите, я в своей новой шубе. Еще одна шуба. На этот раз это рысь. Я имею в виду по расцветке. В этом нет никаких сомнений. Я думаю, я вам попозже расскажу про эту шубу, где я ее нашла, с чем я ее хочу носить. Но, как видите, носить я ее собираюсь преимущественно с очень спокойными, такими базовыми вещами, как, например, вот этот мой кашемировый свитер или сумка. Где она? Которую вы наверняка заметили. Это самая сейчас, мне кажется, востребованная у меня в гардеробе сумка, потому что она такого спокойного классического типа, она структурированная, в нее помещается моя камера. И мне очень нравится носить вместе с такими, знаете, животными, немного агрессивными принтами, как леопард или рысь, более естественного и натурального вида макияж, потому что свой макияж я сейчас немного модифицировала, я по-другому накрасила свои ресницы, и у меня по-другому накрашены стрелки. Одни на глазах все-таки есть. Хотела показать вам нижнюю часть моего образа. Я сегодня надела вот такие интересного вида брюки-леггинсы в гусиную лапку. С ними у меня мои высокие сапоги. На достаточно такой грубой платформе, которые как раз дополняют мою сумку. Еще хотела вам сказать, друзья, что если вас интересуют конкретные адреса и хитрости, как вообще искать вещи в винтажных магазинах и секонд-хендах, то можете подписаться на Boosty, там вы можете поддержать мой канал, мне будет очень приятно. Также скачать музыку, которая звучала в видео. Плюс на Boosty я регулярно публикую прямо алгоритмы, как я редактирую свои фотографии, какие фильтры я использую, поэтапный процесс модификации фотографии, оформления сторис. Также на Boosty у меня личные посты с размышлениями, рецепты и еще будет много чего другого. Я вам ссылку оставлю внизу под видео. Ну и также мне будет очень приятно, если вы заглянете ко мне в Инстаграм и проверите свою подписку на канал. Все, ни слова больше не говорю. Пожелайте нам удачи, и я побежала на встречу с Мариной. Называется «О Люмьер», находится недалеко от станции Оберкен. И, в общем, Марина привела меня сюда прямо к привозу. Сейчас один мужчина вот таким вот образом заносит туда вещи. А мы сейчас бежим за ним и будем смотреть, что мы там найдем. Так, Марина нашла прекрасный свитер Трусанди. Какой тут состав? Так, шерсть. Угу. Хлопок и полиамид. Ну, наверное, для износостойкости полиамид. Вообще цвет очень классный. Mm-hmm. Стоит 15 евро. Тут, кстати, довольно хорошая цена, потому что вот еще одни брюки Трусарди. Например, пальто стоит вот 36. Я видела за 60-45. Прямо вполне себе приемлемо, с учетом того, что качество очень классное. И фасон у них безупречный. Тут просто великолепные бренды, потому что, посмотрите, это Claudie Pierlot. Какая милая блузка. Восхитительно. Жаль, что это не совсем мой стиль теперь. Так бы я померила по ощущениям, она как будто вообще шелковая. Я пришла в свой самый любимый уголок. И сейчас попрошу Марину бить меня по рукам, потому что хватит мне шуб, но они такие классные. Она нарядная, боже. Смотрите, какая 36 евро, какая этикетка. Но она сильно короткая, я что-то такие не очень люблю.
Я теперь научилась определять длину хотя бы изделия по рукавам. До этого до меня не доходило, как это делать. Что? Или вот тоже, посмотрите, какое. Это как будто полупальто. Это и шуба, и пальто. Классный серый цвет. Оно супер теплое должно быть. Мне пуговицы что-то не очень нравится. Но их можно всегда перешить. Вот, леопард, как обычно. Но нет. А это у нас дубленки. Тут очень, кстати, необычный выбор, потому что во фрипстарах, которые я привыкла ходить, очень люблю, там такой уже, мне кажется, свой выработанный стиль. А здесь вот что-то новенькое для меня. Какой интересный бренд. Ольга Греко. С такими вот штучками. Интересно, это что это, Марина, как ты считаешь? Я не знаю. Просто не завязывать же его. Он, кстати, красивый. Конечно же, я не могу пройти мимо Рейла с пиджаками, потому что они тоже очень классные. Такие, знаете, добротно-шерстяные. Вот очень милый экземпляр. В таком коричневом красивом цвете. Или вот еще один велюровый, очень интересный. Ну-ка посмотрим. Да, просто... просто великолепный, мне кажется, я его примерю, возможно. Итак, по-быстрому, значит, мой аутфит. Посмотрите, какой я классный нашла пиджак. Ну, естественно, он у меня просто гигантский. И под него мне было очень интересно примерить вот этот платок. Освещение здесь, конечно, кошмар. Еще я взяла сумку, посмотрите. Был бы мой размер. Мне кажется, смотрелось бы очень даже ничего. Но так, конечно, не мое. Второй секонд-хенд. Называется Saga de Marque. Вот так, как-то так. А Марина говорит, что тут даже объявляется, какие бренды приходят. Он находится прямо совсем недалеко от Republic. Вот она там виднеется. Ну и давайте зайдем, посмотрим, что там будет. Да, здесь по брендам. То есть здесь король по 5 евро. Просто. Итак, запрещено. С криком, с визгом. Здесь снимать нельзя. Вы дошли ко мне с такими претензиями, что вообще почему вы здесь снимаете и снутри, и снаружи. Вообще нельзя. Я говорю, так я вас упомяну в моем блоге. Для вас это будет бесплатная реклама. У меня много заинтересованных людей, которые любят винтаж. Они стояли, думали, потому что у них нигде не написано, нигде не обозначено, что съемка запрещена, и они сами не могли договориться вообще, разрешать мне или нет. Стояли, переглядывались, в итоге, видимо, разозлились и сказали, нет, снимать нельзя. Не советую вам сюда идти. Придем в килошоп. Надеюсь, тут все пройдет благополучнее. А, при том, что я сегодня снимаю на телефон, чтобы вы знали. Никакой камеры у меня, никакого страшного оборудования.
с кимоно, к которым я наверняка приду летом. А еще посмотрите, какое здесь оформление. Здесь вообще, мне кажется, происходят какие-то дискотеки, судя по этому, по этой верхней площадке. Она у Килошоп на Республик, он просто гигантский. Я, конечно, жалею, что я пришла в него только сегодня. Мне очень понравился этот платок, он просто такой красивый. И он, знаете, что редкость для платка в секонд-хендах, он действительно огромный. Так что им можно закутываться как такой шалью или использовать как головной убор на лето. Вот этот тоже большой платок. Просто правда редкость, что встречаются вот такого размера платочки. Прямо мне в этом Килошопе очень нравится. Сейчас я покажу вам свои любимые шубы в Килошопе, которые также напротив Републики. Просто огромный выбор. Я никогда не видела столько шуб. Причем они очень классные, мягкие. Вот даже есть, смотрите, стриженная норка. А я, конечно, не рассматриваю даже вариант вот с таким длинным ворсом, мехом, потому что они очень жесткие. Но, как обычно, меня привлекает вот такой цвет. Такая красивая шуба. Вот это похоже вообще на искусственное, мне это даже больше нравится. Еще Марина здесь нашла шубу, которая просто, знаете, сестра моей. Такой же очень тонкий, легкий каракуль. Абсолютно идентичный цвет. Единственное, что разный фасон. Вот здесь он с таким, знаете, воротником, который можно поднимать. Это выглядит вот так. Она стоит всего 45 евро, представляете? Но она не такая длинная, как моя, но все равно очень классная. У меня примерка очков. Эти очень странные, они с меня просто сваливаются. Это все, что мне нужно примерить. Второй вариант. Но они прямо сильно квадратные. И, если честно, не очень удобно сидят на моей переносице. Вторая опция, которая мне нравится больше. Мне нравится, что они прямо такие черные. И посмотрите, у них очень тонкие дужки. Такие позолоченные. Посмотрите, Марина и вот эти квадратные очки. Кстати, они мне тебе нравятся. Вообще... Я в зеркале. Нет, посмотри в зеркало, вообще классно. Красота. Фэшн будем снимать. Тиктоки. И вариант номер три. Они чуть более такие закругленные. С душками, которые массивнее выглядят. В общем, буду думать либо эти, либо вот эти. Можете написать ваш вариант, который вам понравился, в комментариях. Смотрите, что нашла Марина. Это подруга моей сегодняшней шубы. Это близняшка, и она больше. Я теперь фанат всего, что рысь. Красота. Пуговицы такие себе, но пуговицы меня никогда не останавливают. Ничего себе. Марина, можно я примерю для успокоения? Я даже просто взгляну и скажу, что плечи мне большие. Уходи, шуба, уходи. Так, всем, кто из профсоюза рысь, кому также нравится этот принт, оставляю вам шубы. Но правда, очень похож. Единственное, что у меня он более такой пушистый, более белый, как будто. Ну, красивый, да. Такая театральная. Марина поставляет мне веселые кадры в наше видео с вами. Посмотрите. Я спешу на помощь. Это уголок веселых костюмчиков. Смотри, настроение ромашка. Ромашка, боже. Знаете, если вам нужно найти что-то такое карнавальное на какую-то тематическую вечеринку, мне кажется, можно идти в Килошоп. Вот в обычных секондах вряд ли можно найти что-то такое. Посмотрите, какое платье с сеткой. Да? Вообще. Вот в Килошопе как раз можно найти что-то такое очень яркое. Пока мы можем сняться вместе, у нас тут зеркало. Передаем вам примет. Примет. Такая разноцветная у нас сегодня пара получилась. Я с покупкой. Скоро покажу, что там. Вот Марина показывает район, который она хорошо знает. А здесь торты, которые изготавливают на заказ. Посмотрите, какие они внушительных размеров. А сейчас будет самое главное.
Это фигурки, которые вы можете посадить на выбранный вами торт. Боже. Тут очень большой, широкий выбор. Они съедобные, как ты считаешь? Я не знаю, нужно спрашивать. Мне кажется, да, потому что это похоже на мастику внизу. Да. Ну, в общем, для всех возрастов, так сказать. И маме, и папе, и ребеночку. Да. И всем. Всем-всем. И тут всегда огромные очереди стоят, я не знаю почему. Итак, идем дальше, друзья. У нас здесь фрипери, которая называется Urban Vintage. Заходим сюда, и надеюсь, мне опять разрешат снимать. Вон и браслеты. Да, дерзкие, дерзкие. Посмотрите, у нас встречает сразу же витрина такая опасная, с разными массивными украшениями. Опять платок, мне кажется, я сегодня должна закрыть потребность платок. Красивый он, да, с такими. Больше похож на пермес. Интересное расположение, вроде все так лежит в стопках. Меня это немного пугает, чтобы капитально, знаете, порыться и понять вообще, что я могу найти. Но здесь тоже рейл с классным кимоно. Очень красивый цвет. Боб, который может еще, кстати, спасти от дождя. А это Марина. И она выбрала свой наряд на мой день рождения, а может вообще просто на свои обычные будни. Марина, ее состояние души. В общем, я в растерянности. Мне кажется, я уйду сегодня с одним из этих бобов. Ну, не в черном цвете, наверное, а вот в бежевом или в каком-то таком. Ну, может, вообще какой-то сейчас яркий примерю. Всех ошарашу. Правильно, Марина говорит, этот цвет, он вроде красивый сам по себе, но моему цвету кожи он вообще не подходит, но все-таки ближе вот этот беж. Кто бы мог подумать? Я обожаю беж, но у меня всегда проблема найти правильный оттенок. Оказывается, можно было его просто надевать капитально на голову. Смотрите, какая Марина милая красавица в этом. Интересно, берете. Они, кстати, далеко не всем подходят. Мы с моей дорогой Мариной пришли в кафе. Прекрасное кафе, которое называется La Lune Verte. И это ее знакомый дорогой Жан. Он настолько милый, просто ку-ку. Потрясающий человек, представляете, открыл полгода назад кафе сам. И он еще очень разносторонний человек, он фотограф. Сам снял вот эти классные снимки и придумал дизайн, и он еще также продает кофе для ресторанов. Так что, друзья, я вам его очень советую, просто милейшая атмосфера, называется вот так. И недалеко, кстати, от Республики, как вы можете заметить, у нас здесь остатки нашего чудесного перерыва на кофе. Так что спасибо, дорогая Марина, за такую наводку. Итак, друзья, еще раз здравствуйте, пока у нас солнце. Я тут порадовалась, как подходит мое кольцо, которое я вам показывала в прошлом видео под мой свитер.
какой насыщенный зеленый цвет. И да, простите, я вам не рассказала. Вы у меня спрашивали еще вообще, из чего это кольцо сделано. Это серебро. Камень не изумруд, хоть он и идентичного для изумруда цвета. Я не знаю, как сейчас камера передаст вам цвета при таком освещении, но, в общем, это, если я не ошибаюсь, аметист или не аметист, я наверняка ошибаюсь, в общем, поправьте меня, пожалуйста, но его покрасили таким образом, чтобы он напоминал изумруд. Мне очень нравится, и самое классное, что это вот такое яркое пятно, за которое не нужно платить много денег, потому что, в принципе, я как дилетант и абсолютно неопытный человек, я бы не различила этот камень, будь он настоящим изумрудом или вот в этой версии, в которой имею я его сейчас. Ну что, расскажу вам про мой поход с Мариной в секонд-хенды. На самом деле секонд-хенды очень классные. Вот в той стороне Парижа, на правом берегу, рядом с Републик, я вообще не была и каюсь. Туда я теперь постараюсь буду ездить чаще, потому что самое понравившееся место — это Килошоп. Просто там такой огромный выбор. И на самом деле я не ушла с нашего шопинга с такими какими-то невероятными покупками, как это иногда бывает. Но, знаете, я честна с собой. Я люблю иногда даже просто смотреть на вещи, трогать их, иногда даже примерять. Но я понимаю, что это не совсем мой стиль. Я понимаю, что эта вещь будет спонтанной покупкой, и что как бы дальше одного-двух выходов у меня с ней дело не продвинется. Поэтому я сегодня ограничилась только аксессуарами, которые на самом деле могут очень здорово разнообразить ваш гардероб. Потому что сейчас я нырну за своей шапкой-бобом, надену ее с этим свитером, с чем она вообще не сочетается. Я настолько люблю аксессуары, особенно что касается шляп, кепок. Я знаю, что вы мне даже писали, многие люди боятся как-то надевать на себя эти предметы гардероба, потому что вот автоматически люди на вас будут смотреть, потому что всегда человек в шляпе, в кепке, он привлекает внимание. Я, например, не могу летом ходить без шляпы, не потому что я такая экстравагантная и мне очень нужно выделяться из толпы, просто я не могу находиться на открытых солнечных лучах. Вот и все. Что касается этого боба, то он из кожзама, и, скорее всего, это такая, знаете, синтетическая кожа, как это называется, боже мой, забыла. В общем, защищает он от дождя. Прекрасный бежевый цвет. Я была удивлена, что такой бежевый цвет мне вообще подошел. И цена этого боба на самом деле очень даже прекрасная, потому что этот боб стоил мне 15 евро. Знаете, такая универсальная вещь. С большинством моих шуб его можно сочетать. Следующая моя покупка, которую вы наверняка знаете, что я сделала, это вот такие черные стильные очки. Просто я на самом деле давно искала себе такую форму, знаете, чтобы это были действительно большие очки, а-ля никто меня не узнает, в общем, такое настроение. Мне понравились эти очки. С одной стороны, своей простотой, потому что здесь вообще никаких особо таких бросающихся в глаза элементов нет. Они, знаете, как будто монолитные, такие черные, простые, понятные очки. С другой стороны, они очень удобно сидят на моей переносице, что на самом деле является не такой уж прям супер редкостью, но все равно я предпочитаю прям померить хорошо очки и понимать, буду я их комфортно носить в течение всего дня, например, или мне будет не особо удобно. Я нисколько не пожалела, что я все-таки ушла из килошопа, потому что эти очки я купила именно там, вот с такой формой. Я мерила несколько, вы видели, это была и круглая форма, которую я безумно люблю. Также была форма более квадратная, которая как бы мне не нравилась, но она прямо была супер фэшн, и я предполагала, что я смогу сделать всего лишь несколько снимков, может быть, куда-то выйти, но вот на такую повседневную основу я носить эти очки не смогу. Еще мне очень нравится. Сейчас, конечно, все мне скажут, что никто так не носит очки. Это плохой вкус, но как мне нравится иногда надевать очки вот таким образом, чтобы они открывали лицо
и выступали в качестве ободка, потому что я не знаю, как вы, но мне почти все ободки для волос жутко передавливают мою голову. В общем, Килошоп — это супер классное место, очки там стоят копейки. 20 евро, по-моему, они стоили. Они с ультрафиолетовой защитой, защита от ультрафиолета, что немаловажно. И они, знаете, без каких-то преломлений на стеклах, так что вообще никаких проблем с тем, как вы видите сквозь эти очки. Сейчас расскажу вам про мою новую шубу Рысь, которую вы уже видели несколько раз. Сейчас расскажу поподробнее. Я ее купила, как, наверное, несложно догадаться уже вам, на Винтеде, потому что, правда, я обожаю этот сервис вторичного потребления. Это классно, что там очень часто вещи, например, из коллекции, которые уже вышли, которые раскуплены. Я уже не говорю про то, что там классный винтаж. Или, например, можно по поиску просто вбить ту расцветку, которая вас интересует. Потому что я, например, очень хотела себе шубу из Рыси. Предыдущая моя шуба, которая могла показаться вам копией той, что у меня сейчас, это шуба из леопарда. Она все-таки более леопардовая, она более желтая, и все равно у нее другой ворс, то есть она прямо очень объемная, она супер теплая, и, конечно, фасон у них отличается. Но поняв, что в принципе я хочу плясать от того момента, что мне нужно более, знаете, какие-то такие холодные оттенки в моей шубе, чтобы там была примесь каких-то белых цветов, я решила вбить как раз шуба из Рыси. Ну, естественно, искусственная. И нашла вот эту потрясающую шубу, которая на самом деле является шубой из Бершка. И я, кстати, вообще не тот человек, который как-то может, знаете, заморачиваться по поводу брендов, по поводу того, это Бершка или это какой-то нормальный классный бренд, не fast fashion. Если я ношу вещи из fast fashion с умом, если я их не выкидываю через неделю после покупки, и тем более, если я покупаю после кого-то вещи из fast fashion, кому они не подошли, кто их не носил, то мне кажется, это вполне имеет место быть. Мне тут пришла одна посылка, которая, мне кажется, вас тоже может заинтересовать, потому что мне просто не терпелось ее открыть, поэтому оставляю вам кадры, где я ее распечатала. У меня здесь, как видите, маленький сверток. И здесь у меня пришли. Сейчас покажу вам. В общем, такой непрезентабельный кулек. Но на самом деле, когда я увидела, что это, я тут же захотела купить это, потому что это незаменимый аксессуар, который очень вас выручит, если вы хотите освежить ваши образы, но при этом не хотите покупать какие-то такие, знаете, большие громоздкие вещи. У нас здесь винтажные очки в достаточно такой футуристичной форме. И, наверное, вы поняли, что это винтажные очки от Chanel. Я их на самом деле взяла за очень приемлемую цену, потому что, видите, у них здесь постаревшие от времени вот эти штучки на переносицу. Вы их можете всегда заменить, я так всегда делаю, когда, например, мои выходят из строя. Или вот в случае, если вы покупаете какие-то винтажные очки подобного рода, всегда их можно поменять. Я купила себе, знаете, целый прям набор, так что они подойдут под практически вообще любые очки, так что можно не страдать, и на самом деле очень комфортно и классно носить вот такие винтажные очки. Мне они очень понравились за счет их такой классной, необычной формы. И посмотрите, как интересно эта дужка сгибается, то есть очки закрываются вот таким образом. Ну и, конечно же, я не могу оставить вас без примерки. Я отдаю себе отчет в том, что вот такая форма очков, в принципе, их эстетика, она далеко не у всех сыщет одобрительные отклики, потому что, ну да, это довольно необычные очки, но мне хотелось попробовать такую форму. Мне кажется, довольно неплохо, потому что не так уж громоздко и явно на лице выглядят эти очки, они, знаете, просто как такой какой-то дополнительный штрих на лице выступают, не так, например,
просто бросаются в глаза, как очки черные, которые я вымерила. И мне очень-очень нравятся эти душки, конечно же. И, в принципе, вот этот цвет линз нужно не бояться иногда и экспериментировать с формой очков. А то у меня как-то все время было одно и то же. Добрый день, друзья! Я без петлички, но зато с чудесной компанией. Это дорогая Марина, такая красивая сегодня в яркой такой одежде. Смотрите, какое Марина чудесное веселое настроение несет, весеннее практически. Ну ладно, здесь спокойная. Я выгуливаю свою леопардовую шубу. Здравствуйте, друзья, от меня и от моей коробочки, которая в прошлый раз нас очень выручила. Если кто к нам присоединился только что, это доставка боксов с готовыми, точнее не с готовыми, а просто с продуктами, которые собраны для разных рецептов. И я подумала, что, наверное, так я могу показать вам, что мы будем готовить на этой неделе, потому что блюда будут разные, и даже если вы не заказываете такие коробки, то, возможно, это может дать вам какие-то новые идеи, что можно готовить, что можно купить, потому что у них настолько простые рецепты, и это настолько необычные рецепты. Итак, я наконец-то разложила все эти продукты. Здесь у нас меню практически на неделю. Я заказываю по 6 блюд, получается. И интересные вещи. Посмотрите. Я не знаю, с чего мы начнем, но буду двигаться слева направо. Здесь у нас паре де бёф с зеленой сальсой по-итальянски. Посмотрите, они даже добавляют в свои пакеты вот такие маленькие консервы. Это филе анчоусов. Где бы я такие в магазине вообще нашла? Здесь каперсы, морковка. Это у нас пармезан. Ну и, конечно, сам паре де бёф. Здесь из интересного это ножка курицы с пюре из сладкой картошки, из патат дус. Вот она просто гигантская. Это само филе. А это сливки для соуса. Вот это просто очень интересный бокс, потому что здесь пак чу, по-моему, так это называется. Это просто то, что я не могу найти ни у одной лавки практически с овощами, в то время как вот пакчу. Две штучки приезжает ко мне сам. И здесь есть тоже редкая вещь в наших краях почему-то. Это ситронель.
знаете, такая штучка. Я, когда готовлю свой импровизированный том-ям, что все что угодно готова отдать, чтобы найти ее в свежем виде. В то время как для того, чтобы сделать вот это блюдо, которое называется лапкмер, салат из говядины по-камбоджийски, здесь они как раз положили вот этот ситронель. Также здесь есть лайм, острый перец, который я совсем немного добавляю, ну и сама говядина. Здесь у нас лосось с лимоном в пюре из укропа. Всегда забываю это слово. И у нас здесь грибы, парижские грибы. Мне очень нравится, потому что у них такая, знаете, коричневая шляпка. Следующее блюдо – это бланкет из курицы и риса. Здесь также идет лук-порей, эшалот, немного лаврового листа и также сливки, которые вы уже видели. И последнее блюдо у нас здесь – это довольно легкое, всегда актуальное, мне кажется, лингвини из лардона с шампиньонами. Здесь также есть лимон и, собственно, шампиньоны и сами вот эти штучки. А, ну и, конечно же, лингвини, которые они заботливо поместили вот в эту упаковку. В общем, если вас интересует, сколько стоит это без скидки, потому что у меня сейчас пока скидка на первые заказы. По-моему, с нашей скидкой сейчас это стоит где-то 67 евро, что вообще является просто копейками за такой огромный выбор продуктов, причем действительно разнообразных. И это вместе с доставкой, и это экономит наше время. Нам не нужно ходить в магазин и вообще думать, в принципе, что покупать. А потом, когда скидка моя перестанет действовать, за примерно 6 блюд, это будет выходить где-то 80 евро. Как-то так. Так что, друзья, надеюсь, рецепт, который я вам буду оставлять, вам понравится. Презентую вам мой незатейливый букет, который нужно на самом деле расставить. Свет меня, конечно, просто пугает, потому что у нас даже еще нету половины 12-го, и такая темнота. Ну, что ж поделать. В общем, как вы можете понять, я опять пришла с эвкалиптом, потому что если мне что-то нравится, я это делаю. Я могу это делать бесконечно, наверное. В общем, я купила в этот раз два таких
довольно объемных букета эвкалипта, чтобы как раз заместить те ветки, которые стояли у нас в наших огромных вазах. У меня здесь просто целый подбор ваз, которые я сегодня хочу задействовать. Целенаправленно шла за цветами как раз под вазы. У нас здесь очень интересный экземпляр растений-цветов, которые я вообще не знаю, что это, откуда они. Сейчас я как раз пришла на камин без ножниц. Сейчас вернусь. Вот таким образом выглядят эти цветы. Они какие-то невероятно стильные, очень необычные. Я вообще их первый раз вижу. Знаете, они как будто как сухоцветы. А вот эта часть растения напоминает, знаете, у нас когда-то был декоративный парей. Или, нет, подождите, парей — это лук, пырей — трава такая. И вот у нее как раз была белая окантовка. Мне эти цветы показались такими очень, знаете, акцентными. Я их вообще не хотела ни с какими другими мешать. И я почему-то подумала сразу вот про эту мою довольно современную вазу. Такую, знаете, необычную. Я ее покупала в BHV уже давным-давно на самом деле, но она вообще не потеряла своей актуальности. Мне она очень нравится. И вот я подумала, что эти цветы, да, они очень классно смотрятся в этой вазе. Единственное, что мне их нужно будет немного обрезать, чтобы они не так высоко стояли. И еще из очень милого у меня здесь небольшой такой пучок мимозы, который подарил мне мой флорист. И я так подумала, что я редко беру себе какие-то совсем-совсем маленькие букеты, вот в частности под этот кувшин. И вот как это должно смотреться. В общем, буду сейчас развлекаться со своими букетами, хотя мне кажется, я просто их наспех на первое время поставлю в воду, потому что я сейчас зашла еще в булочную. Господи, я купила круассан, который мне достали прямо из печки. Вот просто прямо из печки. Еще так плотно, знаете, запаковали в пакетик, чтобы я его донесла до дома. Хотя мне идти тут два шага, так чтобы он оставался теплым. Так что я думаю, буду использовать этот великолепный шанс, пока круассан теплый. Сначала позавтракаю, а потом уже окончательно разберусь со своими цветами. Друзья, прямо сейчас вы можете узнать, как проходит мой выходной день, чем я обычно занимаюсь, потому что я выкладываю это в более оперативном режиме. В Инстаграм там у меня также стали появляться рилсы, поэтому буду безмерно счастлива, если вы ко мне там присоединитесь. Также оставляю Телеграм, для кого этот формат больше подходит. Там у меня фотоколлажи, размышления небольшие, текстовые заметки. И, конечно, оставлю вам Бусти. Буду очень рада, если вы там решите ко мне присоединиться и поддержать, потому что там много постов. Сейчас я буду писать в понедельник очередной пост про обработку моих фотографий. Очень рада, что кому-то он помогает еще лучше фотографировать и улучшаться в редактировании фотографий, поэтому все ссылки я вам оставлю внизу. И огромное спасибо, конечно же, что вы были со мной. Я это безмерно ценю. Крепко вас обнимаю и совсем скоро увидимся.